Это фрагмент патриотического концерта, который подготовили младшеклассники к важному событию. 30 человек, учеников 5 класса, торжественно вступили в ряды юных жуковцев. В 2011 году это движение появилось в 4-й школе Лабинска. Наши жуковцы становятся участниками краевой организации «Юные жуковцы». К нам приехали представители комитета из Краснодара и вручают детям удостоверение. Вот мероприятие, которое проходит у нас в школе, как раз посвящено тому, что пятиклассники посвящаются в «Юные жуковцы», получают удостоверение. И дети начальной школы подготовили еще и праздничный концерт. Дети, которые сегодня вступили в «Юные жуковцы», они доказали свою значимость в этой организации отличной учебой, хорошим поведением, провели хорошую поисковую работу, собрали награды своих прадедов, провели такое важное, интересное мероприятие об этом. То есть проводилась большая военно-патриотическая работа предварительная. Песни, танцы, стихи и даже театральные постановки, в которых дети стараются передать свое уважение к подвигам защитников Отечества. Эти трогательные номера произвели впечатление на краснодарских гостей, председателя общественной организации памяти маршала Жукова и Жуковского движения «Кубани». Юные жуковцы, которые дали клятву, которые торжественно пообещали хорошо учиться, хорошо себя вести. И это главное. Юный жуковец – это будущее нашей России. Благословенной России. Они дали клятву беречь нашу Родину так же, как наши отцы, ихние деды. Они дали клятву верности, причем подчеркнули, что они будут учиться настоящим образом, чтобы быть грамотными людьми, чтобы судьба у них у всех состоялась. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».